Здравствуйте! Вот и пришел сезон арбузов. Летние жаркие дни, пора приготовить арбузный фреш. Итак, в чашу блендера мы отправляем заранее порезанный арбуз кусочками. И, конечно же, я удалила все семечки острым ножом. Фреш я буду делать где-то на одну порцию. К арбузу мы отправляем одну чайную ложечку меда, чтобы наш напиток был более насыщенный и немножечко сладкий. Ну вот. И все взбиваем тщательно блендером. Смотрите, как мы быстро сделали фреш. Арбуз на 90% состоит из воды, потому фреш уже никакого сока добавлять не нужно. В стакан мы также отправим несколько кубиков льда, поскольку сейчас очень жарко, и напиток должен быть холодным, освежающим, бодрящим. Смотрите. Как быстро и легко мы приготовили арбузный фреш. Всего лишь 2 ингредиента, но какой вкусный, освежающий летний напиток. Приятного всем аппетита!